Здравствуйте, ребята. Август месяц. Сегодня у нас 8 число, суббота. И надо обязательно поливать молоденькие деревья, которые в этом году посадили. Вот. Также подкормить. Вот здесь вот у меня в бочке зеленое удобрение. Это я тут траву, все знают, потому там вот это траву скосили, положили сюда. И травой произошла там ферментация. В общем, она там запротила, закислилась. В общем, неважно. А вот здесь вот я делал подкормку из куриного помета. А вчера заделал подкормку зольного раствора. Ну и теперь надо что делать? Надо вот так вот идут молодые деревка. В этом году садили их. Надо обязательно в эту жару. Вот. Вот так вот делаю канавку вокруг. Вот. Вот она, видите, уже вода поупитывалась. Вот она, видите, канавочки везде. Вокруг молодых деревьев. Канавки такие. И по одной лейке, по 10 литров я сюда уже вылил водички. Видите, вода впитывается, все нормально. Вот. И теперь сейчас подкормлю зольно зеленым удобрением. Ну, потому что сейчас такой период у деревьев, как это второе сокодвижение. Это получается, я так думаю, что это получается почки, которые были заложены, закладены на следующий год. Вот. Они сейчас будут набирать влаги, чтобы вызреть. А если они хорошо наберут влаги и вызреют, эти почки, они хорошо перезимуют, и им не будет страшный мороз. Так что надо сейчас обязательно полить и подкормить молодые деревья. Не забывайте, ребята, не забывайте о молодых деревьях. Огурцы, помидоры, тут капуста, перцы, это все понятно. Это клубника, смородина, вот тут крыжовник, это все понятно. Но не забывайте за молодые деревья. Чтобы они хорошо перезимовали, надо, чтобы почка вызрела, и она тогда хорошо перенесет зимние холода, стужи, морозы. Ну а так, всем добрым людям желаем доброго, крепкого здоровья, хороших урожаев, приятного аппетита, удачи, до свидания.